сцене подлые породы девушек. Вот, да, подлые породы. Вот все, действительно, придет сюда и забудет. Вот надпись основания, 1805 год, еще раз это указывает. Да. Императрица, а вот по фронтоне треугольник. По прозвищу Кривой. Он был участником смутного времени. Прослеживается такая фамилия. То есть он был на стороне Лжедмитрия, патриарха Гермогена отговаривал, да, от всех его благих дел, потом бежал в Польшу и через некоторое только время уже вернулся, уже внук этого Кривого вернулся, и вот у него была дочь Прасковья, это я почему так вот конкретно останавливаюсь, которая вышла замуж за царя Алексея Иоанновича V, и они родили двух дочерей. Одна из них была Анна Курлянская. То есть вот, да, Анна Курлянская, все мы знаем, Анна Иоанна. Вот, то есть вот они таким образом, Салтыковы, проронились благодаря Прасковье с царским родом. Да, и пошло уже такое у них возвышение. Вот, из бояр уже в 1732 году им присваивается графский титул. Вот. И вот из этих-то вот Салтыковых был такой Владимир Семенович, и сын у него был Алексей Владимирович. Вот здесь находится особняк, ухтомский архитектор. На протяжении чуть меньше 20 лет существовал у них вот так как бы родовой этот дом. Не знаем мы, насколько, как они здесь жили, нет у нас никаких сведений, потому что следующее сведение уже 1777 год получается, и уже конкретно императрица Екатерина II, она выкупает этот особняк у Салтыковых для мужа инвалидного дома, то есть инвалидов, которые участвовали в русско-турецких войнах, получали увечья и не имели средств к существованию. От солдат до офицерских званий они здесь жили на полном гособеспечении. И в это же время Екатерина устраивает небольшую церковь, и для этой церкви различные для алтаря предметы, были иконы. Ну, вот, что у нас, конечно, ничего, разумеется, не сохранилось. Ну как здесь жили инвалиды? У нас вы гуляли в парке же, да, мне сказали? Не, не гуляли сегодня, потому что в пятницу вам Галина говорит, погуляем немножечко в парке, вам покажут. Вот у нас уже здесь парк есть. Это первый общедоступный московский парк, который открылся в 1818 году. Этот парк существовал и при Салтыковых. Он был как бы не столько парком, сколько такой... Ну здесь же вообще, получается, была загородная, да, резиденция. Вот, и вот это вот пруды, вернее, уже один пруд остался сейчас. А вот если вы зайдете посмотреть, а раньше здесь был каскад прудов, в которые впадали вот, Неглинная, да, еще такая речка была Забрудня, которая сейчас все там под землей. И здесь были обширные сады. И для инвалидов выращивали вот эти всякие тропические фрукты. И дыни, и арбузы. Да, то есть как бы вот мы читаем, ну, старались хорошо их содержать, да. Вот. Но почему-то, опять мы не знаем почему, может быть, как-то немножечко неудобный был дом для их нужд, их перевели в другой дом, на река Яуза, вот, куда-то туда. А этот уже особняк, соответственно, уже Мария Федоровна, ну, все вы ее видели, ну, вот она у нас, да, вы все знаете. Вот, она уже опять в очередной раз покупает, и уже по 1917 год, да, для того, чтобы здесь жили девочки, и устраивают здесь институт благородных девиц, училище ордена Святой Екатерины. Вот, ордена это присваивались всегда всем училищам женским, как августейшее покровительство. Да, это был чисто женский орден, Петр I его учредил, вот, и первая, кто его получил, конечно, была Екатерина. Вот так вот, да? Ну, вот. И вот Мария Федоровна лично курировала все вопросы, потому что начиналось все с нуля, и очень все, так скажем, немножечко было бедно. Хоть и, опять же, девочки жили на полном обеспечении, но вот как в воспоминаниях написано, рапорт подавали на имя Марии Федоровны, чтобы в классах появились часы, потому что одни часы были во всем доме. То есть вот так вот они начинали. Это потом, вы сейчас можете посмотреть фотографии,
которые у нас есть, как они уже потихонечку развивались, потихонечку жили. Значит, девочки, как везде, наверное, да, 8-10 лет сюда поступали, сперва только дворянские сословия, потом уже не стали так строго относиться, уже и другие сословия принимались, только что, в общем-то, бедность родителей. Мы тоже известны, все нормально, много книг прочитали, да, и кино даже. До сих пор, говорят, идет какой-то кино, да? Да, да. Вот. Ну, по-разному они жили. Идеализировать, конечно, не приходится. Вот условия были достаточно такие, суровые, лично я бы называла по воспоминаниям. Ну, в 6 утра подъем, там холодной водой не обливались, молили. Вот, да, прохладно, конечно, было все это. Вот, ну вот, судя по фотографиям, так сказать, вот, вот класс физики, например, постепенно кабинет физики был очень хорошо оснащен, было 303 предмета. 303 предмета физики. Сейчас, по-моему, не наберешь, да, я не знаю, там, десяток, два десятка, да. А вот книги у нас очень хорошие, вот даже сейчас вот здесь вот мы периодически выставляем, у нас же библиотека есть хорошая, и читальный зал, и абонемент. Вот эти книги из читального зала, это еще с той поры. Если вы посмотрите, там издания, и даже 1780-е годы есть, 2000 книг на счету библиотек. Это тоже подписи, которые изображают фасад здания в стиле классицизма, но не такой. Центральная часть. Ну, а здесь это, естественно, будет загородное место, вспоминаете. Рощи, особенно рощи были по левой стороне, где вот сейчас вот эта советская застройка. Луга, то есть такое, с нашей точки зрения, экологически чистое место. Вот, то есть оно было отдаленное в определенной степени, потому что больница задумывалась как для лиц различных состояний, в первую очередь людей бедных сословий, невзирая на пол, возраст и функциональность. И никто особо тревожить не мог этих людей, которые здесь находились, с одной стороны, а с другой стороны, это достаточно Ну, он, это здание было передано сначала наркомату потом здесь было вот общее, то есть спасибо специально болезни, как раньше что они называли. Вот. А потом, ну, собственно, это в одном месте не, а в другом месте. Так, ну, конечно, я бы сказала, что вот мы с вами у Южного флигеля, я бы сказала, что, конечно, по-хорошему нужно было бы туда войти и посмотреть совершенно замечательный музей. Причем именно как бы в составе экскурсии, потому что просто так вряд ли туда кто-то ходит. В основном, вот, как мне сказать, там иностранцы приезжают, или те, кто блоги вот изучает. Ну, то есть специально, да, когда есть какая-то тема. Но вот этот дом, его интерьер, который там воссозданы, и воссозданы обстановку, в которой жил молодой Федор Михайлович со своей семьей, с отцом, с матерью, она как-то вот в тематику в район очень здорово вписывается. Ты тогда реально понимаешь, что влияло на молодого писателя, почему вот эта вот тема у него возникала, тема культурно оставленной, тема бедности, тема нищеты, и так далее, там подбухи, и боги. Да, именно в этом виде. А после смерти матери, он был отправлен в Петербург, в инженерное училище, которое, кстати, располагается в Михайловском доме. И вот сам Платонин как-то вообще теорию развил, он соединил Петра и Павла, он
Петра, Даниил Павлович, Михайловский дворец, и Достоевский, и Петербург, и еще одно и памятник, о котором мы сейчас с вами поговорим. Ну так вот, я хочу сказать, что вот музей здесь открылся в 1928 году, а он в самом здании, ну, здесь располагается квартира с Женщина, ходить не хочет.